кстати, связной шел правильной дорогой, когда хотел в 2012 году выйти на IPO и разместить свои акции для привлечения средств для разного рода проектов, а не брать деньги в кредит у банков, которые нужно отдавать с процентом и в определенный срок. Но этого не случилось. В принципе, если бы любой солидный клиент, который хотел бы вложиться в связной, отправил аудиторскую проверку, пришли бы к выводу, что не стоит вкладывать деньги в этот розовый мыльный бренд. Публичного размещения своих акций так и не удалось провести Ноготкову. Максиму нужны именно инвестиции, а не заемные деньги под разного рода обязательства и проценты. Сумма, в том числе заемных средств, выросла до 15 миллиардов рублей. Те планы, которые были у Максима, стали рушиться. Он не ожидал, что люди, которые покупали в его магазинах телефоны, оказались самыми ненадежными в плане возврата денег по кредиту. Максим не мог представить, что покупатели в его салонах могут не отдавать деньги, и просрочки будут составлять 30% от капитала банка. Те клиенты, которые Максим считал надежными в его магазинах, есть и были, но они покупают телефоны за наличку. Ноготкову никто из окружения не открыл глаза, каким образом делались столь амбициозные планы по кредитным картам. Суммы невозвращенных кредитных денег банку связной стали возрастать в геометрической прогрессии. Такого не ожидали даже аналитики. От Сахалина и до Москвы. Разве есть круче команда, чем мы? Сомнений в этом нет. Скажем громко. В это время компания Мегафон и Билайн объединились, купив Евросеть, и стали закрывать продажу своих контрактов в салонах связной. Ноготков со своей командой топ-менеджеров очень надеялся на эти деньги от операторов, но в очередной раз просчитался. Кстати, в это время начинаются ценовые войны между связным и Евросеть. Годом ранее, в ноябре, компания «Связной» понижает цены на несколько моделей телефонов. Это послужило катализатором и поводом для компании «Евросеть» начать свою агрессивную политику против «Связного». Отмечу, что ранее 49% акций «Евросеть» купила «Билайн». После этого в «Билайне» просят, чтобы за год компания «Евросеть» открыли порядка 500 монобрендовых салонов под брендом «Билайн». Так как на рынке присутствовало всего три крупных игрока, это Евросеть, Связной и МТС, салоны всех компаний были открыты уже у каждого метро. И чтобы открыть магазины Билайн, да еще и в самых козырных местах, нужно было что-то придумать или найти повод. Евросеть его находит. Евросеть начинает понижать цены. Так продолжается несколько месяцев. И Евросеточка предпринимает следующий шаг. Они приходят к арендодателям и просят приостановить досрочно договор аренды со связным, чтобы Евросеть открыла на том месте свои магазины и салоны Билайн, давая арендодателям больше денег за аренду, чем делал это связной. Многие арендодатели, конечно же, соглашаются и расторгают контракты со связным. Связной теряет множество своих магазинов в самых лучших местах. Также в салоны связного стали приходить сотрудники Евросеть и общаться с сотрудниками связного, предлагая им уволиться и пойти работать в Евросеть на более выгодных условиях. Заметьте, что если бы компания отвечала за свой бренд, который они показывают в прессе, это пушистость, честность и открытость также к своим сотрудникам, то связной более безболезненно прошел этот этап. А так как связной, представьте себе компанию, в которой сотрудники розницы не уважают свое руководство, потому что в это время в связном появляется огромное количество штрафов для сотрудников. И после реорганизации зарплата у продавцов падает почти в 3 раза. Напомню, в это время Ноготков не руководит компанией. Денис Людковский, генеральный директор.
2013 год убыток банка 2,5 миллиарда рублей, а в 2014 уже 4. В это же время Ноготков открывает бесчисленное количество проектов. Это Enter, который является клоном Argos, британская сеть. Также Ноготков вкладывает в такой проект деньги, как TVZor, это израильский стартап. Также в Pandora. Долг Ноготкова возрастает, он становится уже более 1 миллиарда долларов. Весной 2014 года Сбербанк выдает Максиму 400 миллионов на разные цели. Под залог доли франшизе сети Пандора. Кстати, это один из немногих проектов Ноготкова, который приносил прибыль. Проект Enter – это онлайн-магазин, что-то типа Юлмарта. В этом интернет-магазине продается огромное количество разного товара. Клиент заказывает товар через интернет, а затем приходит в точку самовывоза и забирает его. Без сомнения, идея хорошая, только откуда брать деньги на столь амбициозные проекты? Кстати, в компании «Связной» не учитывают самого главного, что мир меняется, перед нами мир социальных сетей. И что люди, работники создают группы, обмениваются мнениями о работодателях. Так как в компании «Связной» у сотрудников после 2009 года стали задумываться очень мало, набрать новых сотрудников становится весьма проблематично. И получается, что сервисы в компании есть, а работать некому. Вы только представьте, раньше сотрудник продавал телефон и сим-карту, но еще и аксессуар к нему, получал за это деньги. Штраф возможен был, если ты, например, обсчитался или у тебя украли товар. Тогда компания начинает удерживать деньги с тебя. А что происходит сейчас? Просто безумное количество сервисов, ОСАГО, пенсии, страховки, антиклещи, гарантии на телефоны. Платежи, билеты, страховки, банковские карты с разного рода бонусами, которые нужно подключать. Сотрудники начинают превращаться в роботов, которые работают для нескольких компаний, которые вообще никаким боком не имеют отношения к тому связному, который был раньше. Кажется, компания развивается, сотрудники в априори тоже должны. Происходит совершенно обратная тенденция. Это связной! Значит, вся страна с тобой, разноцветною волной объединяет. Кстати, Китфинанс, который не выполнил своих обязательств, его купила компания РЖД, снова пыталась продавать свои сервисы связном. Это так называемая пенсия, НПФ. НПФ – это часть вашей пенсии, которая должна уходить в Пенсионный фонд России. Его часть, если вы перешли в НПФ Китфинанс, каждый месяц перечисляется на счет Китфинанса. А они этой частью вправе управлять, как захотят, в том числе и игрой на бирже. Играть на бирже чужими деньгами – не об этом ли мечтают многие? Кстати, все сотрудники разными способами тоже были переведены в эти фонды. Китфинанс вышел на первое место в России по переходу с государственного пенсионного фонда в негосударственный. К сожалению, Китфинанс снова обанкротился. Итак, Максим набирает столько кредитов в свои проекты, что ноша становится непосильной. Он начинает искать покупателей на часть своего бизнеса. И находит АФК-система Владимира Евтушенко. Это компания МТС. А также Михаил Прохоров, Анексимбанк. С МТС сделка не состоялась. Именно в это время, когда МТС собиралась купить связной, Евтушенко сажают в следственный изолятор. А Прохоров отказывается от покупки, так как, просчитав весь Ноготкова бизнес, приходит к выводу, что он убыточен. Прохоров дает Максиму бридж-кредит на 6 миллиардов рублей. Ноготков в 2012 году был доверенным лицом Михаила Прохорова на президентских выборах. Максим Ноготков вовремя не смог отдать бридж-кредит Прохорову, а сам Михаил Прохоров, это называется, переуступил долг группе Solvers, а это, как нам известно, компания Мегафон Олега Малиса. Далее уже дело техники. Итак, 10 ноября 2014 года появляется статья в газете «Коммерсант»,
что компания «Связной» просрочила выплату долга Прохорову. Вкладчики за несколько дней забирают с банка почти 10 миллиардов рублей. Кстати, владельцем газеты «Коммерсант» является Алишер Усманов, также владелец компании «Мегафон». Максим Ноготков продает свой бизнес компании «Мегафон». «Связной банк» просит отсрочки у кредиторов, иначе его ждет дефолт. Сегодня банк предложит держателям его облигаций пересмотреть условия. После того, как Ноготков прилетает с Лондона в 2009 году, за это время он, как говорится, перегорел, то есть потерял интерес к магазинам «Связной», а именно к продажам разного рода техники, и переключился на другие проекты. Если работать над другим бизнесом, нужно более точно подходить к подбору персонала, то есть найти таких людей, которые будут продолжать твое дело, болеть за него и жить, проживать жизнь за идею, концепцию, философию компании. А это не так просто, но вполне возможно. Нужно уметь дружить и разбираться в людях. Владельцы-собственники бизнеса, опуститесь вниз на землю. Пройдите по своим магазинам, не со свитой, а как обычные покупатели. И поверьте, что такой эффективно простой метод даст большую картину бытия, что происходит за вашей спиной. Почему из вашей компании убегают сотрудники, которые работали в вашей фирме много лет, нежели вам что-либо на собрании будут докладывать ваши замы. А самое крутое, чтобы вы сами, ну и ваши замы, ДТО, УМА, ну и ребята, которые придумывают разного рода финансовые штуки, поработали не один день в магазине, а, например, 3-6 месяцев, прочувствовали, попродавали все это безобразие и как это в действительности продается. Хотя уверен, что вы и так это хорошо знаете. Что значит быть счастливым? Иметь много денег? Вряд ли в этом счастье. А я считаю, что счастье наступает для тебя тогда, когда ты делаешь счастливыми других людей.